Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для King Legacy. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, нажать на кнопочку Inject. Нажимаем и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Также, кстати, часто стала появляться такая проблема, то что открывается вот здесь вот пустое окно, как видите, и ничего не происходит. Чтобы оно пропало, смотрите, что вам нужно сделать. Навестись на иконку Roblox в нижней панели компьютера и через крестик ее закрыть. Все, отлично. И после этого нажимаем еще раз на кнопочку Inject. Вот, теперь, как видите, получилось заинжектиться. Вставляем сюда скрипт и нажимаем на кнопочку Exclude. Все, вот он появляется. Функций, в принципе, довольно мало. Но самое главное то, что они работают. Так, для того, чтобы у нас сейчас пошел автофарм, а где Select Weapon, выбираем None, потому что у меня нету, если у вас можете выбрать. Потом в мобах мы выбираем первый левел. Это получается, на ком будем фармиться. Пока что я могу только первые уровни убивать, вы можете выбрать других. Также смотрите, после того, допустим, как вы пофармили, поубивали мобов, у вас там вдруг появилось оружие, или там другие мобы новые появились. А здесь есть две кнопочки, Refresh Mobs List и Refresh Weapon List. Просто на них нажимаете, у вас обновляется, и где вот, допустим, в мобах у вас было всего лишь 3, появится еще больше. А нет, в мобах, как видите, здесь они есть, вниз можно листать. Ну, короче, с оружием получается, если у вас оружие появилось, мы просто нажимаете на кнопку Refresh Weapon List, и у вас появляется оружие, которое у вас появилось. Или которое вы купили или выбили, не знаю, как оно там добывается. Вот, после этого, чтобы у нас начался фарм. Так, все, мобы я выбрал. Включаем моб фарм. И, как видите, фарм пошел. Давайте остановим. Также есть какой-то левел фарм. Что здесь написано? Автоматически фармит квесты. Получается, чтобы это заработало, как я понял, нужно взять какой-то квест. Давайте попробуем. И посмотрим, произойдет что-то или нет. Так, смогу у тебя взять квест? По-моему, нет, не смог. Ладно. Давайте на спаун тогда добежим. Там вроде тоже квесты были. Потому что те квесты, которые они предлагают, скорее всего, я их взять не могу. Если не ошибаюсь, на спавне там можно было взять квест. Давайте попробуем. Так, это не квестовый персонаж, окей. Идем к другому. Тоже квесты не дает. Ну, возможно, просто они так называются. Давайте попробуем. Может быть, он все-таки даст квест. Короче, не понимаю, что здесь написано. Давайте тогда у другого попробуем взять. Не знаю, получится или нет. Так, а здесь он что-то за гемы предлагает. Окей, гемов у меня нету. Значит, это все-таки, как я понимаю, не квестовые персонажи. Просто в этот режим я ни разу не играл. Не знаю, что тут как делается. Здесь, скорее всего, тоже не квестовый персонаж, как я понял. Давайте попробуем. Тоже что-то за гемы предлагает. Странно. Так, а посмотреть можно, есть у меня какие-то квесты взяты или нет? Так, ну как я понял, скорее всего посмотреть нельзя. Либо просто должна дополнительная гуишка у меня появиться. Но пока что ее не вижу. Короче, ладно, в принципе не суть. Я думаю, кто играет в эту игру, в принципе поймет, как их брать. И сможете просто автоматически эти квесты выполнять. Так, идем дальше. А здесь можно прокачивать автоматически статистику. То есть, выбираем, допустим, защиту. Mail, не помню, как переводится. Sword — это меч. Вроде бы как. Здесь вот выбираете и включаете, допустим. И если у вас, короче, получается, есть поинты, то эти поинты все тратятся на меч. Ну так это работает. Если поинтов нет, естественно, потратить
и прокачать вы не сможете. Дальше телепорт, можно тпхнуться куда-то. Ну, давайте на торнадо тпхнемся, попробуем. Как я понял, это новый мир какой-то. Но здесь, как видите, сразу мобы намного сильнее стоят. Так, идем дальше. Телепорт, как я понял, в магазин. Здесь он, скорее всего, что-то продает. Да, за 50 тысяч. Также есть автофарм, получается, Бусухаки. Как я понял, это босс, наверное, какой-то. Давайте попробуем включить. Так, ну, как видите, что-то происходит. Но у меня опыт не фармится. И меня не тпхает к нему. Ладно. Телепорт ту Кенхаки. Давайте тпхнемся. Это получается тоже магазин. Здесь тоже что-то можно купить. Ну и в принципе на этом все. Давайте еще попробуем на моба 10 уровня напасть. Не знаю, получится у меня его убить или нет. Ну, скорее всего, он меня сейчас убьет. Но, как видите, самое главное то, что автофарм работает. Все, в принципе, можно выключить. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.